Специалисты считают, что искусственная кожа вполне заменяет дорогостоящую естественную. Она красива и практична. Калининский орден Трудового Красного Знамени завод искусственных кож разработал новый пористо-монолитный материал. Бригада коммунистического труда, которой руководит Анатолий Баранов, ежедневно перевыполняет нормы выработки. Новому кожзаменителю недавно присвоен государственный знак качества. В нынешнем году будет выпущено 500 000 квадратных метров этого материала.